Сегодня мы продолжаем с вами чтение книги пророка Даниила. Сегодня у нас глава 10. Я читаю свой пересказ этой главы. «Муж в льняных одеждах». В 535 году до Рождества Христова, в третий год правления Кира, царя Персии, Даниилу было дано откровение о великой борьбе. Это видение Даниил понял, потому что ему в видении раскрыто было его значение. «Я, Даниил, постился 3 недели, вкусного не ел, вина не пил, благовониями не пользовался. 24-го дня месяца Нисана, март-апрель, я вдруг в видении оказался на берегу великой реки Тигр и увидел некоего мужа в льняных одеждах и поясом из чистого золота. Тело его светилось, как топаз, отливало золотистым светом, лицо сияло, как молния, глаза горели ярко, как светильники, а руки и ноги блестели, как отполированная бронза. Голос его грохотал, как будто наступало огромное войско. И только я это видел, а те, кто были со мной, не видели ничего, но от страха убежали и попрятались. Меня же опять покинули силы, и когда я пытался вслушаться в его слова, то пал в изнеможении на землю и потерял сознание. Меня подхватили чьи-то руки и приподняли, я смог встать на четвереньки. Ангел сказал мне: «Даниил, избранник Божий, вставай, вникни в мои слова». Я поднялся, дрожа всем телом. Ангел успокоил меня: «Не бойся, Даниил, с самого первого дня, как ты решил понять, что же ты видел, постился и молился, молитва твоя была услышана. И я пришел к тебе все рассказать. Было противодействие со стороны ангела персидского правителя, мне в этой борьбе помог архангел Михаил. Я здесь, чтобы рассказать тебе о последних временах и о том, что будет с твоим народом. Я же дышать не мог и говорить тоже, если бы не ангел, дар речи бы ко мне не вернулся. Он коснулся меня и рассказал о своем состоянии. Видение ужаснуло меня. Ко мне, такому ничтожному, как мне, такому ничтожному, говорить с тобой, владыка, и сил у меня нет. Ангел вновь коснулся меня и придал мне силы, и я уже смог слушать и попросил поведать мне обо всем. И вот что мне было сказано: я вернусь сражаться к правителям Персии, а когда уйду, придет правитель Греции, и боролись с врагами вместе с верным вам архангелом Михаилом». Глава 10 книги пророка Даниила начинает 4-е пророческое видение пророка, которое заканчивается в главе 12. При этом сказано, что сам Даниил его понял. Хотя ясно, что какие-то вещи ему не были открыты, об этом говорится в заключении этого видения, потому что в 12 главе мы читаем: «Сохрани, Даниил, эти слова, сверни свиток, запечатай до последнего времени. Тогда многие станут его исследовать, когда приумножится знание». Даниил пишет: «Я, Даниил, оглянулся и увидел еще двоих. Один стоял на том берегу реки, а другой на этом. И один спросил у мужа в льняных одеждах, стоявшего над рекой: когда придет конец этому непостижимому злу? Тот ответил, воздев обе руки к небу: клянусь вечно живущим, предел этот наступит после 3,5 лет, когда прекратится преследование святого моего народа. Я услышал это, но не понял, и решил уточнить: господин, а что же будет потом? Но он сказал лишь: ступай, Даниил, сокрыто это и запечатано до последнего времени. Тогда, во время испытания, многие очистятся от скверны, только нечестивые так во грехе и останутся, и ничего не поймут, лишь мудрые поймут. А ты ступай, Даниил, тебе покоиться с миром и воскреснуть в заключительные дни земной истории и принять награду свою». Вся 10 глава связана с внешним состоянием пророка во время получения вести. То есть пророк соприкасается с небесной реальностью, и мы понимаем, что на страницах Священного Писания вот таких вот описаний того, что происходит на самом деле, вот то, что видится, да, не так много. Особенно, когда речь идет о пророческих видениях, то здесь мы вообще сталкиваемся с таким феноменом интересным, когда там написано «как бы», «похожее», «сравнимое», «сопоставимое». И очень редко пророк рассказывает о себе. Он может сказать: я не понимал, или мне было сказано. Вот об этом мы можем прочитать. Но, например, когда мы читаем об опытах Моисея, Иезекииля, Иеремии, Исаия, в Новом Завете это еще опыт Иоанна, который записал в книгу Откровения. Кто же такой пророк? Еврейское слово «нави» обозначает человека, с которым разговаривает Бог. Первым пророком Библии назван Авраам. И процесс передачи вести от Бога к человеку описан в Библии так. Книга чисел, 12 глава. «Слушайте слова мои. Если бывает у вас пророк Господень, то я, открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним».
Вот как раз интересно, что Даниилу были даны и сны, и видения. То есть интересно, что он мог толковать чужие сны, да? Сны, которые он сам не видел. Но вот когда царь, например, забывает содержание сна, то он мог ему напомнить содержание сна. Иоанн записал свои видения в книгу Откровения, Апокалипсис. И видение свое он предваряет такими словами: «Я был в духе», которое можно понимать по-разному. «Объял меня Дух Божий», так написано в Библии под редакцией Кулакова. В сноске читаем: «Был я в духе» с прописной буквой или со строчной «в духе», очевидно, в смысле особого духовного состояния, в котором обычно находились пророки во время видения. В переводе «Радостная весть» – «Я был во власти Духа». Пророк должен быть глашатаем вести Божьей, то есть призывать народ служить своему Богу. Если не так, то он лжепророк. Об этом, кстати, предупреждает нас книга Второзакония. Если объявится среди вас некий пророк или сновидец и предвозвестит вам о событии каком или чуде, и сбудется это событие или чудо, которое он пообещал, и он при этом скажет: обратитесь к другим богам, а это боги, о которых вы не ведали, пойдемте на поклонение к ним, то вы на такого пророка или сновидца не обращайте никакого внимания. Показанные Даниилу видения о будущем содержат в себе несколько уровней изображений исторических событий. Здесь и панорама политической истории Римской империи, предшествовавших ей древних держав, а в более широком плане панорама вселенской истории, противоборства сил добра и зла и созидания Царства Божия. Книга Даниила содержит ответы на извечные вопросы: как посвятившим себя Богу сохранить верность Ему в контексте культуры, враждебной библейским ценностям? Что ожидает нас в будущем и как завершится история мира? Четыре видения, не случайно данные в виде таинственных пророческих символов, даже при первом прочтении приводят непредубежденного читателя к сознанию того, что Богу ведомо будущее ничуть не меньше, чем минувшее. Он истинный властелин мира, знает и то, как, не лишая свободы выбора сотворенных им людей, избавить всякого верующего в него от страданий и смерти и утвердить царство мира и справедливости на земле. Сейчас я прочитаю вам другое видение. Попробуйте узнать, что это за видение. Начиная с этого времени до декабря 1844 года, все свои радости, переживания, разочарования я разделял со своими друзьями-адвентистами. В это время я посетил одну из сестер, на следующее утро мы преклонили колено у семейного алтаря. Нас было всего 5 сестер. Во время молитвы на меня сошла сила Божья, как никогда раньше. Я была восхищена в видении к славе Божией, и, казалось, поднималась все выше и выше от земли, после чего мне было показано странствование адвентистов в Святой Город. В то время, как я молился у семейного алтаря, на меня сошел Дух Святой, и мне казалось, что я поднимаюсь все выше и выше, далеко за пределы нашего темного мира. Я повернулась, чтобы увидеть, где находится адвентистский народ в мире, но не могла обнаружить их. И в это время ко мне прозвучал голос: «Посмотри еще раз, посмотри выше». При этих словах я подняла свой взор и увидела прямой узкий путь, который поднимался высоко над миром. По этому пути адвентисты шли к городу Божьему, который был расположен в самом конце пути. В начале пути за ними находился яркий свет. Этот свет освещал весь путь, он был светом для их ног, чтобы они не споткнулись. Ну, это ранее произведение. Эллен Уайт описывает свой опыт видений. При этом она, как и библейские пророки, сосредотачивает свое внимание на сути видения, а не на внешние обстоятельства, сопровождавшие это видение. Обратимся к главе 10. Даниилу явился муж в льняной одежде. Указана дата – 535 год. 3 года назад царь Кир издал указ о восстановлении Иерусалима. И часть вавилонских пленников – вернулась на родину и начала восстанавливать город. Этому препятствовали жители тех мест. И Даниил скорбел, получив об этом весть, вероятно, и три недели плакал и постился. Вот приходит небесный вестник и говорит: «Я здесь, чтобы разъяснить тебе, что будет с народом твоим последние дни, потому что видение это о днях грядущих». Вот когда мы читаем объяснение, кто этот муж в льняных одеждах, с одной стороны, как будто бы это ангел. Но, с другой стороны, вот если сравнить эти два описания в книге Даниила и в книге Откровения, то мы увидим интересную связь. И вот можно прийти к определенным выводам. Кто пришел к Даниилу? Муж в льняных одеждах и поясом из чистого золота. Тело его светилось, как топаз, отливало золотистым светом, лицо сияло, как молния, глаза горели ярко, как светильники, а руки и ноги блестели, как отполированная бронза. Голос его грохотал, как будто наступало огромное войско.
В книге Откровения мы читаем о похожем явлении. Иисус явился Иоанну в видении на островке Патмос в Эгейском море. Иоанн оказался в особом состоянии, в духе. Раздался голос громкий, как звук трубы, который велел написать 7 писем в 7 церквей. Иоанн обернулся и увидел среди 7 светильников человека в священнической одежде, длиннополый с золотым поясом под грудь. Волосы белоснежные, глаза горят огнем, ноги раскаленная бронза, голос напоминал рев прибоя. Держал он в руках 7 звезд, и меч был обоюдоострый, как будто исходил изо рта. Лицо его сияло, как солнце. Кто явился Даниилу? Иисус до воплощения. Но там же еще говорится о том, что этому ангелу помогал Михаил, о котором мы чуть позже скажем. Иоанну явился Иисус прославленный. Но нам важно знать, что в ответ на наши просьбы об утешении, какова бы ни была причина нашей скорби, Бог приходит к нам и утешает нас. Ну, собственно, это одна из тех вестей, которые есть в 10 главе. Но если посмотреть на внешнее состояние Даниила, только он видит это видение. Те, кто с ним боятся, но ничего не видят, убегают от страха, ища где бы спрятаться. Даниила опять покидает сил, он пытается вслушаться звучащие слова, ничего не слышит, падает в изнеможении на землю, теряет сознание. Его подхватили чьи-то руки, приподняли, он смог встать на четвереньки. Однажды зимой я ехал на велосипеде по ледяной дороге и упал на спину. Какое-то время я не мог пошевелиться, потом перевернулся на живот и затем уже встал на четвереньки. Такой вот был опыт. Но что-то похожее описывает здесь Даниил. Ангел называет Даниила по имени, а дальше обращается к нему с еврейским словом «хамад». И в синодальном это «муж желаний», если перевести его буквально, то «тот, кто желанен, приятен Богу». Мы бы хотели, чтобы к нам так обратились. «Любимчик, избранник Божий, вставай, вникни в мои слова». Даниил встает, дрожа всем телом, ангел успокаивает его, говоря, что бояться не надо. Бог слышит молитвы. Даниил не мог дышать и говорить. Ангел касается пророка, и тот рассказывает, что изумлен всем, что видел в предыдущем видении. Сознает свое несовершенство и говорит, что у него нет сил. Вот тут Бог через ангела вновь возвращает ему силу, и теперь уже пророк может слушать и понимать. Вот в связи с этим описанием мне вспоминаются сразу 2 вещи. Первая связана как раз с ранними видениями. Девушка, видевшая небесные обители, молится о том, чтобы Бог избавил ее от превознесения. У нее всегда эта мысль. Она оказывается на небесах, она видит небесные реалии, и у нее возникает эта мысль. «Господи, я видела то, что ни один человек не видел. Очень хочется, чтобы я не превозносилась этим». Павел тоже потом об этом написал, да? Он написал раньше об этом, да? Он как написал? Что, чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дало мне было жало плоть, да? Ангел сатаны там издевался над ним. Затем она как-то пыталась противостоять видениям. Ее убедили в том, что ряд ее видений, возможно, вызван какими-то гипнотическими воздействиями, мисмерическими воздействиями. Она подумала, что, может быть, это действительно какое-то неправильное воздействие. Она начала молиться о том, чтобы противостоять этим видениям. И тогда у нее был отнят дар речи. Она очнулась для того, чтобы по течении некоторого времени она не могла говорить, и ей пришлось выполнять ряд действий, показанных ей Богом, чтобы через сутки речь к ней постепенно вернулась. Второй пример для меня связан с библейским героем, пророком Исаией, глава 6. Исаия пишет: «Я закричал, о ужас, мне онеметь, уста мои осквернены, ведь человек я грешный, люди вокруг такие же. Погибну теперь, ведь глазами своими я видел Царя Небесного, Господа воинств». Но тут один из серафимов слетел вниз, ухватил щипцы подле жертвенника, где я стоял. Затем ими уже пылающий огонь жертвенника, и прошел с этим жаром по губам моим и изрек: «Теперь ты чист, твои грехи прощены, ты признан невиновным, как дитя». В этом описании показано действие, которое нас, привыкших к описательным повествованиям, если вдуматься, смущается. Смущает. Что делает серафим? Он горящим углем касается губ Исаия. Нам нужно разобраться, что здесь происходит. Во-первых, щипцы и уголь. Это щипцы и уголь жертвенника. У Пушкина уголь, пылающий огнем. Правда, там этот уголь помещается в грудь. С какого жертвенника? В храме было 2 жертвенника – для принесения жертв в большой во дворе и для воскурения малой во святом отделении. Клещами брали горящий уголь с большого жертвенника и переносили на малый.
Это не описание буквального действия, в противном случае это пытка или издевательство. Это описание воздействия Божьего на пророка. Очищение уст происходит благодаря тому, что за грехи человеческие приносится жертва. Кроме того, теперь сам Исаия становится жертвенником курения. Из уст его будут исходить слова, угодные Богу. Всего этого вполне достаточно. Кстати, в описании Александра Сергеевича Пушкина, в его стихотворении «Пророк», много всего нужно сделать, чтобы пророк смог передавать Божью весть. Это особенность русского мышления и трудного пути угождения Богу. Нам так важно долго молиться, горячо и со слезами каяться. Нам надо явно испытывать божественное присутствие, чтобы на сердце было горячо, а чувства нас переполняли. Это не хорошо и не плохо, это такая особенность. Библейское изменение сознания предполагает движение человека в сторону Божью. Повернитесь к Нему, размышляйте о Нем. Живите, сознавая, что Бог недалеко от каждого от нас, из нас, и звучит призыв Божий. К нашему рассказу о видениях Даниила имеет отношение стихотворение Пушкина, и я прочитаю его в одном из своих версий. «Ты помнишь призвание Исаия, когда Серафим шестикрылый с клещами в руках его встретил? И мне этот ангел палящий явился в местечке унылым, но был он при этом с мечом. Сначала, слегка прикасаясь, мне зрение исправил, но только с тех пор я смотрю, но не вижу того, что сейчас предо мною, а вижу грядущего дни». Затем он добрался до слуха, и тут я услышал такое: скрипение всего небосвода, скольжение существ поднебесных, как раздвигают движением воды дельфины в морях, как лоза в долине растет. Затем он решил, что язык мой такой мне совсем не нужен, лживый, к добру неспособный, его на змеиное жало, а змеи мудры, по поверью, моей же, испачканной кровью, правой рукой заменил. И тут ему меч пригодился, он грудь не рассек, и я видел и чувствовал это. Не больно мне было, не мог шевельнуться. И уголь запылал, и на смену трепещущей мышцы сердечной в открытую рану вошел. После всего, что случилось, я думал, умру. Разве больше что-то еще человеку можно желать земному? Бог мне велел исполняться его единственной волей и выходить в путь-дорогу, не зная ни дня покоя. Покоя другим не давать, от сна других пробуждать. У нас, конечно, возникает вопрос, почему же Бог не сразу отвечает на молитвы? Почему потребовалось 3 недели? И в этой главе сказано, что кто-то противодействует Богу, противостоит Ему. Это не говорит о том, что Он не всемогущ. Скорее о том, что великая борьба реальна. «В ответ на твою молитву я и пришел к тебе». Правитель персидского царства противостоял мне 21 день. Михаил, первый из небесных верховных правителей, пришел мне на помощь. Вот когда мы говорим с вами про борьбу, то у нас всегда возникает вопрос, насколько она, вот эта борьба, реальна. Когда мы читаем произведение Льюиса о том, что там происходит на других планетах, он там описывает реальную борьбу, которая происходит. Не надо думать, что борьба – это только нечто, происходящее в уме. Интересно, что апостол Павел описывает эту борьбу очень интересным образом. Он говорит о том, что нам для этой борьбы необходимо облачиться в доспехи. И он описывает, для чего это нужно. Послание Ефес, 6 глава, с 10 стиха по 13. «И напоследок я скажу, будьте сильными в Господе, не своей, а Его великой мощью. Облекитесь во всеоружие Божье, чтобы могли вы противостоять всем козням дьявола». Ведь бороться нам приходится не с людьми, а с силами потусторонними, с властями, с силами тьмы, что правит этим миром, со всеми злыми духами из мира небесного. Потому возложите на себя Божьи доспехи, чтобы в день злой дать отпор врагу и выстоять, одержав во всем победу. Вообще, вот когда мы говорим о духах злобы поднебесной, у нас всегда тоже возникает вопрос, где находится ад, где находятся сатанинские силы? Они у нас под землей, как и там, где-то под землей Шоул находится, да, и туда, куда складывают добычу врага, то есть всех тех, кто умер, да. Интересно, что Павел здесь пишет «духов злобы поднебесной». Иаков бежит от брата своего, ложится спать. И он видит ангелов, которые соединяют его с миром неба, да, и какой-то мост или какая-то лестница.
Иисус, когда говорит в Евангелии от Иоанна о том, что будете видеть небо отверстым и Духов Божьих, которые восходят внизу. То есть, как будто такое ощущение, что земля укутана в такой вот кокон из сил зла. И только молитва и общение с Богом как будто бы пробивает этот кокон, да, и мы сможем прямо к небесам наш голос возносить. То есть молитва доносится. Даниил был пророком. В его время только такие люди, как Даниил, могли видеть небо отверстым. Потом приходит Иисус и делает это небо открытым для всех нас. Да? Он как будто бы открывает, снимает оболочку и говорит: а теперь все вы можете, имеете доступ к небесным реалиям. Вы можете молиться, и Бог вас слышит. Царь Кир не стал обсуждать вопрос о прекращении строительства в Иерусалиме. Этот вопрос был закрыт, и это стало результатом молитвы Даниила. Еще раз мы читаем о помощи Даниилу и небесных силах со стороны архангела Михаила. Его имя означает «кто как Бог» или «кто же как не сам Бог». Помимо книги пророка Даниила, Михаил упоминается в книге Откровения, где он возглавляет воинство небесных ангелов. У него есть власть низвергнуть сатану с неба. В соборном послании святого апостола Иуды сказано, что Михаил обладал властью воскресить Моисея из мертвых. Эти тексты ясно свидетельствуют о том, что Михаил – это еще одно из имен Иисуса. В Библии имя Михаил употребляется по отношению ко Христу, как к военачальнику. Выражение «Михаил архангел» означает «командующий», то есть «начальник над ангелом». Иисус не ангел, Он Сын Божий. Ему нет начала и конца, Он вечен и вместе с Отцом создал этот мир. Он был прежде, чем появились ангелы, Он же их и создал. Великий русский писатель Федор Михайлович Достоевский писал в романе «Братья Карамазовы»: «Здесь Бог с дьяволом борется, а поле битвы – сердца людей». В 10 главе книги пророка Даниила перед нами как раз и раскрывается битва между Христом и сатаной, которая завершается победой Христа. Ни Бог, ни дьявол не могут не заставить человека сделать выбор и принять решение, ибо это делает сам человек. Поэтому он несет ответственность за свой выбор. Свобода выбора – величайший из даров. Цена этого дара – жизнь Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому крест – это величайший памятник человеческой свободе. Каждый человек находится в центре великой борьбы, сердце каждого из нас – поле битвы. И мы определяем победителя, когда выбираем – Христа или его противника. Выбор остается за нами. Верим ли мы в эту окончательную победу добра над злом? Видение 10 главы начинается с явления Христа во славе и заканчивается откровением о его втором пришествии. Как прекрасно сознавать, что он на нашей стороне в борьбе с силами зла, и его ангелы превосходят любые силы сатаны. Он пошлет их нам на помощь, как послал Даниилу в ответ на его молитву.